Ах ты падла. Пунь такой появился. Тихо, 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 тихо. А какие-то черные, а какие-то темные, а какие-то это. Ты смотри, какие-то непробивные. Ну как в мире животных, знаешь. Обратите внимание на самцов. Они, когда видят человеческую плоть, начинают агрессивно себя вести. И не всякое ружье возьмет этот вид поросят. Опа-опа-опа, бежит, бежит, бежит. Да как? А сзади? О-о-о, меня окружили, ты видал? Меня окружили просто. Сейчас смотри, двое патрулят. О-о-о, твою мать, какие... Урод. Нифига он подкрался, твою мать. Убью! Иди в жопу. Вот это не да, вот это не дали, вот это да. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Сталкер День Чернобыля. Итак, о, у нас здесь труп. Обыскивал, обыскивал. Окей, итак, сегодня у нас по плану. По плану у нас сегодня... Так, серия, наверное, скорее всего, будет у нас проходить чисто по лутам сегодня. Тайнички. И мы хотели отправиться вот сюда. Основная цель — это вот эта вот... Вот эта вот территория. Ну, возможно, вот она идет. Вот эта вот территория вся. По пути мы, короче, забираем с вами вот этот тайник. Что здесь? Под кустом полузакупанный сейф, там все прячу. Окей. Вот этот тайник ящик обнаружили под опорой, кто-то его тащил аж с ней. Подождем вертолета, тогда заберем. Архивный бокс какой-то. Вот это интересно. Так. И вот этот тайник. Сбежал с базы, ну и их в баню. Лезть под пули сталкеров. Спрятал шмотки в трубу. В завале. Пересижу, пока не улетят, потом заберу. Какое-то шматье здесь. Ну, я думаю, круче нашего костюма, который у нас сейчас есть, я думаю, пока мы не найдем. Но взглянуть все равно стоит. Ну, а здесь какой-нибудь лут, наверное, аптечки какие-нибудь или что-то еще. Так что вот такой расклад на сегодня. Окей, что у нас по запасам? Так, у нас дробаш 66 патронов, наверное, 2 еще в стволе, да, получается? Вот, 68. Автомат, патронов очень мало. Ну и пистолет, гадюка у нас пустая. Ну, с гадюкой мы посмотрим. Если мы будем перегружены, мы ее выкинем. Я думаю, гадюку все равно найти проще будет, чем все остальное. Окей, давайте отправимся. Так, погоди, в какую сторону идти? Окей, это вон туда мне надо. В принципе, можно, короче, выйти за пределы. Этого я обыскивал. В принципе, можно выйти за пределы и обойти вот так кругом и посмотреть. Да. Ходить я пока могу. Я как бы перегружен, но ходить я могу. Но у меня идет... ну, кончается выносливость быстро очень. Так что... Бегать будем стараться меньше. Иначе энергетических напитков нам... Ну, просто-напросто не будет хватать. Ну, не хватит. Так, а вот на этой вышке там что-нибудь есть? Я, по-моему, на нее не залазил или залазил. Тут, смотри, труп есть. Я, кстати, его не лутал. Я его тогда убил и просто, короче, прошел мимо. Может, на самой вышке что-то есть? Нет. Ну, в принципе, я так и предполагал, что там ничего нет, потому что... Редко что попадается. В комментах вы, короче, мне писали про фишку
делать сохранки, короче, так же 5, по принципу 5, 5 сохранок, короче, за игру. Но, блин, я не знаю. У меня машинально палец на F5 идет, потому что я привык, короче, сохраняться в играх. Вот. Так, 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 меня не засосет? Хорошо, я прошел. Окей, где-то здесь. Где-то здесь сейф. Там, смотри, там он... Артефакт. Можно подняться. Блин. Вот сейф. Хорошо. Водка и артефакт. Окей. Там тоже артефакт наверху. Давай его заберем, короче. Я надеюсь, здесь радиации большой нету, сильной. А ее здесь вообще нет. Хорошо. А что за артефакт взяли? Ну, наверное, вот это, да? Грави. Грави, наверное, взяли. Вот этот артефакт мы оставим себе. Вот эти мы продадим. Вот этот пока оставим себе. Он защищает от радиации. Будем периодически одевать в места, где много радиации. Окей. Первый... Ох, было близко. Опа, вертушка. Прикинь, вертушка. Это та вертушка, которая летала, нет? А там на лобовом стекле, короче, кровь. Хм, интересно. Девки пляшут. Пока я, в принципе, не вижу. Я, короче, подумаю насчет предложения сохраняться по 5 раз. Мне будет трудно отвыкать, если я как бы это... Ну да, это брошенная, наверное, брошенная вертушка. Чё за рычьё? Брошенная вертушка. Бляха, прикольная, да? Вот. В смысле? Бляха! Ты прикинь, там уже народ появился. Я не успел, короче, выйти оттуда, там уже народ появился. Бляха, куда спрятаться-то? Мне кровь пустили. Да, давай с ножом. Как так-то? Я хотел здесь посмотреть. Вот там, там трупы еще лежали, 3 штуки. Я хотел их облутать. Даст он мне облутать? Опа. Патруль. Нифига тут засада такая. Нифига я попал. Так, тут третий где-то труп еще лежит. Или я, или тут 3. А, двое. Тебе конец. Давай попробуем. Ах ты падла. А чпунь такой появился. Блин, вот хреново, когда с двух сторон. Не знаешь, от кого, короче, прятаться. Ну, не дай бог, они меня сейчас окружат. Ну так и есть. В обход пошел. Короче, я труп. Короче, я труп. Да в смысле? Нифига он такой. Нифига он такой непробивной. В смысле? И смотри, двое. Обошел. Быстро. Быстро он меня обошел. Окей. Так, запоминаем. Там это мой труп. Я. Запоминаем, он там патруль идет. А здесь у нас стоит чувак. Короче. Надо как-то. Раз. Присядочку. Бляха, он тебе трупы надо. Вот как он там появился-то вообще? Никого не было. Я же всех там перегасил.
Я так предполагаю, что, скорее всего, короче, в том месте, куда мы сейчас отправляемся, вновь появились солдаты тоже. Вот. Так. Где-то здесь труп. Он тогда так чпунька появился такой. Третий. Он где-то здесь. По идее, должен быть. Опять его нет. Опа, опа, идет патруль. Я хочу вот тот вагончик, короче, посмотреть. Давайте я пистолет выберу. Бляха. Как они мощно-то, смотри, сразу. Давай, давай, умирай уже. Так, минус один, хорошо. Пекаль тоже нормально глушит. О, нифига. Ну ладно, давай. Я не знаю, попадаю я по нему или нет вообще. Мне кажется, что с этой, с... навскидку мечи попадаешь, чем так просто. Ну, целись. Так, вот это заберу. Все, появился труп у нас. Так, хорошо. Тут я думаю... Там еще он кто-то блуждает. Тоже злой. Хорошо, давай. Вагончик посмотрим. Так, патроны. Интересно, для чего? Наверное, либо для пистолета, либо для гадюки. Они вот чем-то похожи. Скорее всего, для пистолета взял. Не помню, сколько у меня там было, короче. Так, это заберу. По карманам. Запорожец, трактор. Так, вот тех надо загасить. Он там один? Ну да, походу один блуждает. Хорошо, я хоть правильно иду? Да, я правильно. Кстати, в принципе... Погоди. Вот так. Мне, в принципе, по дороге-то не надо. Хоть гранаты стали появляться теперь. Тоже какой-то глюк был, короче, не понял. Какие нахрен собаки-то? Кабаны! Кабаны. Целая орава. Раз, два, три... Как минимум три кабана. Лэп, короче. Дерево рядом с лэп валяется. Да, тихо, 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 тихо. А какие-то черные, а какие-то темные, а какие-то это. Ты смотри, какие-то непробивные. А чё они такие? Может, гранаты их попробовать? А чё они такие? Ты видал? Они какие-то темные, какие-то мощные. Там, наверное, когда мы первый раз видели, это, наверное, были свинки. Это были жены кабанов. Кабанихи. А это, наверное, самцы. Ну, как в мире животных, знаешь. Обратите внимание на самцов. Они, когда видят человеческую плоть, начинают агрессивно себя вести. И не всякое ружье возьмет. Этот вид поросят.
Короче, гранатами нет. Погоди, я их распугал. Один свалил, хорошо. Надо как-то... Да, видал, видал. Да вообще... Оу! Стопы, ребята. Ну еще. Есть. Минус сборов. Бляха. Ау. Это, конечно, жесть. Это, конечно, жестоко. Это пипец. Кабаны — это жесть. Особенно такие. Так, погоди. Вот этому осталось чуть-чуть, да? Его можно сейчас загасить будет. Бляха. Донаты. Цепанул? По ходу дела. Опа. Бежит. Да как? А сзади? О, меня окружили, ты видал? Меня окружили просто. Сзади. Сзади кабан подкрался. Бляха, просто какие-то кабаны меня просто мочат. Жесть. Так, а можно как? Я смогу их как-то обойти? Может, не тратиться на них? Они вроде как в сторонке. Бляха, здесь это... Так. Вот у нас... И пошла в ход наша... А, и все? И все? Я думал, там что-то будет такое, ух! А тут и все такое вот. Никакого уха нет. Ладно, окей. Хорошо, что подпустили меня эти зверюги. Тихо. Бежит! Да как? Твою мать! Валим. Народ! Там бешеные кабаны. Я тебя скоро кончу. Не надо меня кончать. Не надо меня кончать. Так, хорошо. Ладно. Где там? Кончита, ты где? Двое. Погоди, где-то здесь рядом, да? Понятно. Там за деревьями. Но! Бляха, это где? Ага, попался. Смотри, кувыркается, летает, смотри. Попался, прикольно. Леха, какой ты мерзкий. Ты у меня с тремя будешь валяться. Ты где? Эй, дракол. Дракол Кончита. Охренеть, там разорвало. Ты видал, кровище там было сейчас? Чувака просто разорвало. Не хотел бы я оказаться на его месте. Блин, пистолет в принципе хорош, но... На дальнее расстояние хреново. Ух ты, нифига, вот это четко. Защита провалена лагеря. А, у нас время вышло. Я так, в принципе, и предполагал, что время выйдет. Защита лагеря. Но нам надо, короче, вот этот. У нас один день, чтобы к Сидоровичу отправиться. Мы сейчас облутаем. Тот военный пост, короче. Блокпост.
и пойдем к Сидоровичу. Потом уже отправимся в бар. Так, вот артефакты, аккуратно, аккуратно. Сосет меня? Хорошо, я заберу, спасибо. Так, хорошо, это я тоже заберу, спасибо. Я их еще издалека приметил, эти артефакты. Вот еще один. Так, туда... Бляха, перегружен. Ну ладно. Выбрасываем, короче, гадюку. И что у нас там по размеру? Нормально. Получается где-то до 60 килограмм, и нам мы уже все не можем, короче, нести, ну, идти. У нас 3 килограмма пока еще есть в запасе. Бляха, а там лута-то много. Вот она, короче, это место. Лута-то много. Поэтому... Так, а я труп обошел. Я его обыскал? По-моему, нет. Там, наверное, лута-то много, блин. Как бы... А, я обыскал его, да ладно. Нифига себе память девичья, я херею. Я просто херею. Так, окей. Тут, кстати, где-то братцы-сталкеры еще были. Который мне помог тогда. Или они уже убежали? Так, еще один артефакт вижу. Ну это ладно, это потом заберем. Если он не исчезнет. Так, погоди, здесь еще один вот. Завал есть. Пойдем. Тайничок заберем. И потом уже будем пробираться. Так, двое уже есть. У пятеро? Как минимум 5 человек уже есть на радаре. Леха, дождина пошла. Смотри, какое небо прикольное, да? Блин, графика, она хоть и старая, да, здесь в игре? Она сделана так прикольно, атмосферно. Ты смотри, какое небо. Огонь просто. Какой на... В смысле? Я вас не трогаю, и вы меня не трогаете. Я просто мимо прохожу. Я иду вообще за этим. Вот сюда. Так, завал, говорит. Что-то в завале. Вот труба. Ух ты! Ух ты! Вот это интересно. Вот это я заберу, пожалуй-ка. Бляха, бежит, да? Бежит. Он сейчас, смотри, где-то... А, они за забором там кряхтят. Окей. Тихо. Леха, какие они непробивные-то все-таки, а? Хорошо. Да, это... Да хорош, ну как ты по мне попадаешь-то? Где ты? Нифига их там! Окей. А, у меня пули... У меня... Эти... Сам ты приплыл, я даже не плавал. У меня и лодки-то нет. Погоди, это что за патроны-то? Бронебойный патрон для автомата АКМ. Абакан. Улучшенная бронебойная способность пули. Окей. Там он еще, смотри. Двое патрулят. О! Твою мать! Какие... Урод! Нифига он подкрался, твою мать! Убью! Иди в жопу! Вот это не да, вот это не дали, вот это да!
Вот это они дали мне жару сейчас. Нифига такие. А я знаю, что вы здесь. Готово. Фу, вот это тебе меня сейчас конец. Напугали. Кирани стелсеры. Ты просто... Я их даже не слышал, прикинь. Вот это стелс. Вот это военный стелс. Хорошо. Так, сколько еще? Как минимум один. У меня на радаре есть. Бляха, у меня все бронебойные, да, закончились? А нет, у меня еще есть 10 штук. Нормально. Это нормально. Тихо, 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 тихо. Получи. Я-то получу. А ты вот распишись, а? Лех, это ну где ты? В какой стороне ты там ползаешь? Наверное, либо в кустах, либо за стенкой. Пойду вот так. Потом почитаем, что там. Он тоже испугался, походу, да? Лех, мне перезарядиться надо. Но продревил, говорит мне. Готово. Отлично. В принципе, вроде как зачищено. Блин, 6 патронов всего. Ладно, пока выберем, короче, знаешь что, выберем ружье. А там уже посмотрим. Да, кстати, тоже патроны от ружья, смотри, какие-то другие. Ух ты, смотри, какие патроны. Дротики какие-то. Оперенная пуля, стабилизирующаяся в полете, что положительно сказывается на точности. До дробовиков ТОС-34, АВМ-17, ЧЕЗЕР-13, СПСА-14. Увеличенные дальности бронебойности. Эффективнее на дальностях до 150 метров. Прикольно. А патрон с тяжелой безоболочечной пулей. Обычно используется для охоты на крупных животных. Но подходит и для других целей. Его тяжелая пуля не пробивает, а фактически продавливает бронежилеты. Предназначен для дробовиков ТОС-34. Короче, то же самое. Эффективен на дальностях до 100 метров. Блин, ну я вот этими патронами, короче, я не смог. Я только одного кабана завалил. Ну это обычный, да? Дробь. Окей, ладно. Хорошо. Погнали. Погнали лутить. Я думаю, я здесь не, сейчас не всех еще убил. Бляха, армейские аптечки, это хорошо. Вот у этих армейцев хорошо она попадается, армейские аптечки вот эти. Прям вот шикарно. Так, тихо. Аккуратно надо. Ага, никого нет. Так, лутяга моя, лутяга. Лутяга, лутяга. Про что вот я и говорил, короче, видишь, я перегружен. Я перегружен, я не знаю, что я что выбросить. Вот что мне выбросить? Щупальца кровососа? Но она... Она вообще ни о чем. Блин, мне надо какой-то схрон, короче, сделать. Вот здесь бегает. Ушло! Ушло отсюда! Кыш! Так, погоди. Надо, короче, я не знаю. Давай-ка сделаем так. Сделаем так. Мне нужно найти какой-то тайник, короче, сделать тайник где-то. Возможно, может... Блин, это... Ну как меня бесит эта фигня. Все честно. Так, 50 килограмм, 50. Дофига весит, короче, боезапасы вот эти все. Ну, оружие, понятно.
3 килограмма весит у нас винтовка. Ой, винтовка этот. Автомат. 2 кг ружье. Пистолет КГ. И артефакты тоже. Вот это жесть, да. Жесть, как она есть. И мне ничего не принять, в принципе, да? Слишком перегружен. А если я выпью вот это вот, я смогу ходить? О, смотри, я могу ходить. Хорошо. Блин, я... ну а смысл? Я могу ходить, но а смысл? А, даже так, да? Ладно, пойдем вот здесь, короче, в этом погребе сделаем тайник себе. Правда, опасный, блин, тайничок. Ну ладно, что ж поделаешь. Так, окей, делаем так. Принцип 5. Окей. Окей. Пять, окей. Смотри, сколько. Просто жесть. Окей. Так, бинта. 5, окей. Батоны. 5, окей. Блин, артефакты может тоже как-то здесь сложить. Артефакты я хотел сбагрить. Ладно, окей. Давай, погоди, что там? Давай сделаем так. Артефакты я сейчас все выкладываю здесь. Вот эти оставляются у меня. Артефакты я здесь выкладываю. Вот. Это тоже. Вот, в принципе. Сейчас лутаем, потом возвращаемся сюда к тайнику. Я беру артефакты, все, что мне нужно. И идем к Сидоровичу. Продавать артефакты, короче, и там посмотреть, что там у него есть, что там нет. И, кстати, вы мне так не ответили в комментариях, а можно ли как-то здесь увеличивать подъемный, ну, подъемный вот этот груз там, или как там это, грузоподъемность свою. Опа, еще один артефакт. Прямо здесь у входа. Хлоп. Хлоп мое. Короче, да, так и сделаем. Будем, если что, в тайник, короче, херак. Сложили, потом все, что нам нужно, короче, берем. Надо только не запутаться в этих тайниках вообще. Иначе будет жесть. Смотрите, там запоминайте. Я, наверное, себе как-нибудь на листочек, короче, запишу, где у нас тайники, чтобы не потерять. Так, пойдем, наверное, как лутать. Пойдем, наверное, как мы вот ходили, да? Мы вот отсюда зашли, и вот пошли вот как и в прошлом, в прошлый раз, в прошлый, на прошлом был гости. Мы вот так по периметру шли, короче, и заходили там в дома, да, и лутали все, что здесь лежит. Я просто хочу и дома посмотреть. Так, смотри, здесь что-то. Но здесь тайник делать опасно. Здесь появляются военные, и каждый раз, чтобы прийти за своим, короче, лутом, надо воевать с этими военными. Вот. Больше потратишься, наверное, чем возьмешь. Вот про что я говорил, короче, гадюку я нашел. Так. Давай-ка, наверное. Хотя нет, я ее даже брать не буду, короче. Патроны пускай копятся у нас от гадюки, да? А брать я ее не буду. В любом случае мы ее найдем, если что. Да? Да. Правильно, правильно. Так, идем по периметру. Тут, кстати, ящик. Я не знаю, блин. Давай вот так сделаю. Вынес просто. Окей. Патрон только потратил. Ну ладно. Бог с ним. Середину я потом как-нибудь, ну, как-то вот зайду, короче. Сначала осмотрим периметр, потом в середину буду заходить. Так. Хорошо. Ящик.
Не зря он здесь поставлен, наверное, здесь что-то должно быть. Хотя нет, нифига нет. Здесь, наверное, просто можно было укрыться во время боя. Наверное, скорее всего, так. На крышу можно, кстати, залезть. Ну, тоже залезем, посмотрим, может, там тоже что-то лежит. Бывают же какие-то нички и на крышах, в принципе. А чё я туплю? Ножом просто фигачить и все. Так, хорошо. Пошли трупы, короче. А, это труп сталкера, да? Окей. На КПК, кстати, появляются у нас новые тайники, наверное, на карте. Потом это все посмотрим. То, что потом почитаем, посмотрим. Короче, сейчас чисто лутаем, а потом будем смотреть, короче, разбираться. Как-то он странно лежит, нет? А это что, насрано? Они здесь курили и срали? Так, хорошо. Чё я взял? Не пистолет, надеюсь? Нет. Так. Удобный скорострель с повреждением точности. А, ну у меня покруче. Смотри, здесь какая-то броня какая-то. А, такая же броня. Комбинезон наемника. Как у меня. Да? По состоянию, кстати, он целый. Давай-ка сделаем вот так. Мой... О, видишь, мой как пробит. Выбросить. Меняем вот так. Мой покруче будет. Ой, он не мой, а вот этот, который новый. Так, погоди, я заплутился. Заплутился. Ага. Вот отсюда мы тогда входили, короче, когда вот у меня серия-то не записалась. Вот здесь мы входили. Ну, точнее, записалась, но... Да, он там, кстати, он... Артефакт, вон артефакт лежит. Вот. Окей. По кругу мы, в принципе, обошли. А, нет, не обошли еще, не все обошли. Чисто круг делаем. Потом идем вглубь и в дома. Хорошо. Так, рюкзак сталкера. Так. Сохранили. Да, здесь жесткая бойня была, конечно. Было сколько людей полегло. Сколько людей полегло. Хорошо. Чего не вывалилось? Ага, еще один. Я, кстати, вот эту бочку, я ее пытался взорвать, и, короче, я по ней стрелял, она так и не взорвалась. Ну, я убил чувака, который рядом с ней стоял. Вот видишь, как он... А, это свой. Где-то какой-то был, короче, чувак. Или я не убил, или вот этого убили, или он тот был. Короче, что-то такое. Или вот этого я убил. Короче, не помню. Не помню и не суть, короче. Окей. Что-то из оружия бы, не знаю, в тайник убрать, но, блин, мне пока все пригождается пока, в принципе. Это, блин, ружье, видишь, оно для мутантов. Ну, для собак, там, для всяких. Автомат вот для спецназовцев, там, для бандюганов. Пистолет, блин, это как бы вот резерв. Гранаты
У меня два вида гранат. Гранаты можно как-то, не знаю, какой-то вид убирать этих лутал. Ну, они погоды не сделают, в принципе. Так, вагоны закрыты, да? Ага, вагоны закрыты. Эти тоже закрыты. Вот этот открыт вагон. Но туда мне, наверное, не попасть. А, нет, можно с другой стороны попасть. Можно вот здесь вот залезть. Ага. Хорошо. Хорошо. Так, окей. Смотри, здесь дыра в заборе. Можно было здесь пролезть. Так. Это у нас туда, вглубь. Тут-то трупов нет, да? Нет. Кто-то стреляет. Кто-то стреляет, кто-то воюет уже. Где-то там далеко. Понятно. Запищало. А это спуск в катакомбы. Кстати, вот этот спуск мы видели с вами. Когда в катакомбах были. Прикольно, да? Продумано так. Детали, можно сказать, да, так проделаны, продуманы. Так, понятно. Здесь у нас она одни аномалии, поэтому. Поэтому идем, короче, вглубь. В принципе, мы обошли по периметру. Идем вглубь. Да, я так полагаю. Да, вот начало. Такие лежат на плиточке. На плиточке с белой каемочкой. Так, ладно, пошли внутрь. Где тут вход? Хотя бы в какое-то здание. Вот это здание надо зайти. Где у вас тут, граждане, вход? Я вижу только крышу. Вот, по-моему, здесь. А, да, вон там, либо вот здесь. А, ну это два здания. Окей. Ладно, пойдем в это, потом в то. А, так вот не пойду, давай пойдем вот так. Такое, знаешь, заброшенное, да? Такое ощущение пустоты здесь. Почки. Реально такое ощущение пустоты в этом здании. Ладно, идем наверх. Диванчик. Штучные детали подавай под штамп только пинцетом. При сверлении пользуйся чем-то там. Понятно. Вешалки. Ага. На улицу. Это на улицу выход. Итак, и в принципе все. Это здание у нас пусто, совершенно пусто, вообще пусто. Все здесь пусто. В принципе все. Ну как бы, блин, здание-то смотри, оно большое. Просто войти в одну часть только можно. Здесь видишь, смотри, даже окна не настоящие. Так что это как декорация. Значит, идем. Вот, а здесь, смотри, как полноценное такое, да? Здание, в принципе. Ух ты. Что-то интересное. У меня вот, знаешь, всегда вот сразу что-то загадочное, когда вот, знаешь, какие-то заброшенные здания, и там, допустим, такая штука какая-нибудь светится. Сразу такое, знаешь, в подвале где-нибудь, знаешь. Сразу такое ощущение какой-то лаборатории, каких-то экспериментов. Так, пусто. 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 Главное, в баллон не долбануть. А то разнесет нахер. Вместе с зданием. Так, здесь-то можно что-то нажать, нет? Что это было?
кто-то шуршит, кто-то шумит. Так, окей, здесь у нас радиация. Radiation. Идем так. Есть что-то здесь? Опа, здесь какой-то тайник. Пусто. Здесь тоже я могу тайник сделать, но, блин. Я уже говорил про это, как бы. Пробиваться каждый раз через военных. Ну, это такое, знаешь себе. Пойдем, короче, выше. Кстати, на карте я вижу тайник рядом, прям рядом с этой местностью. Что-то заглянем сейчас. Так, ну то же самое. Почки. Я думаю, здесь тоже сейчас пусто будет. А, это из одной части в другое, короче, здание. Бляха. Вот не разорваться. Кстати, вот здесь ящички, да? Вот, ящички. Нужно и полутать, посмотреть. Пусто, пусто, пусто. Пусто, пусто, пусто. О! Пусто. О! Вот такая штука. Тоже пусто. Да вы издеваетесь, но... Почему всегда пусто все? Все пусто. Че там? Подкрепление-то не прибыло? Трактор? Я на таком тракторе... Ну, похож, кстати, трактор. В школе гонял. Похож. Так, это как я пошел? Куда? Это... Вот сюда мы не ходили, да? Во вторую часть. Окей. Ну да, что-то, блин. Ну, трупы только полутали, а так, в принципе, знаешь, здесь ни о чем. Но зато место посмотрели, прикольно. Поисследовать, походить тоже прикольно посмотреть. Мы, в принципе, не спешим по прохождению-то. Поэтому... Бляха, все-таки прикольно, все-таки атмосферно. Мне нравится. Не зря сталкер до сих пор считается культовый. Так, ладно. А, погоди. Где-то здесь вот тайник. Инвентарь слесаря. Погоди-ка. А, нифига, это опять возвращаться туда? Ну ладно, вернемся. Ящик на крыше. Ящик смычкал на крыше в фабрике, там никто не увидит, только под дождем заржавеет. Окей. Ну ладно, туда сходим. Сюда сходим тоже. Так, ну окей, погоди. На крыше, говорит. Это значит, надо куда-то на крышу залазить будет. Так, и куда на крышу? Вон там по-любому что-нибудь есть. Так, это с другой стороны крыша. Хорошо. А чё, я это? А, нет, не то. Хорошо. На крыше. На крыше у нас где? Здесь, на крыше? Ну, скорее всего. Скорее всего. Вот, наверное. О, неплохо, неплохо. Опа! А это что? Глушитель. Эффективный глушитель, собранный в зоне какими-то умельцами. С ним в комплекте идет набор переходников под оружие любого калибра. Прикольно. Любого калибра. Ну-ка, погоди, а как мне прицепить глушитель к пистолету? А, я только к пистолету могу, да? Прицепить. Под оружие любого. Я только к пистолету, получается, могу присоединить. Поэтому к автомату нет. А или, погоди, я могу автомат, наверное, взять и... Нет.
не так не получается, да? Только как пистолет. Ну ладно. Пистолету так пистолету, давай присоединим. Лоп. И можно, наверное, снять, да? Отсоединить. Да, смотри, отсоединить глушитель можно. Блин, а почему я как автомату-то не могу сюда присобачить его? Было бы прикольно, как автомат. Ну ладно. Так тоже стоит, смотри. Смотри, какой прикольный пистолет у меня теперь. Так. В смысле? А чё я медленно иду? А, я в присядку. Я в присядку. Короче, в принципе, все. Здесь мы облутали, все посмотрели. Идем обратно к нашему тайнику. Так. Сейчас я выпью. К нашему тайнику. И туда мы будем уже распределять, короче, вещи. Вот сюда. У меня, короче, серия подошла к концу. В принципе, подошла к концу, короче, серия. Я, наверное, за кадром просто тупо раскидаю здесь вещи и сохранюсь. И мы уже продолжим. Ну, в следующей серии там покажу, что я выбрал, что не выбрал. Вот. Что за шапка-то? Вот. И мы отправимся уже к Сидоровичу. Наверное, скорее всего, мы пойдем... Нет, мы сначала не к Сидоровичу пойдем. Мы вернемся вот сюда, наверное, скорее всего, заберем вот это и пойдем к Сидоровичу. Как раз, да. Придется вернуться. Пойдем к Сидоровичу. К Сидоровичу. Там, я не знаю, посмотрим уже по ходу дела насчет тайников, которые здесь вот лежат. В принципе, их два всего. Вот. Да. А, вот этот мы смотрели, это не настоящий тайник. Вот этот тайник посмотреть надо будет. Окей, там разберемся, там уже придумаем. Я жрать захотел, короче. Сейчас мы сожрем батончик и колбаску. Вот так. Все. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.